Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы будем готовить вот такую вкусняшку. Это замечательный холодный десерт, как раз то, что нужно в такую жару. Будем готовить чизкейк. Приступаем к приготовлению. Сначала сделаем основу для чизкейка. Для основы я взяла сахарное печенье. Нам еще понадобится растопленное сливочное масло, немножко лимонной цедры и немножко ванилина. Сначала печенье нужно измельчить или перемолоть в блендере. Я это сделаю вот так, в пакетике. Я измельчу скалкой. Вот такая мелкая крошка получается. Сюда натру немножко лимонной цедры. Сюда добавлю немножко ванильного сахара. У меня с натуральной ванилью, поэтому такого цвета. И добавлю растопленное сливочное масло. И это все нужно хорошенько перемешивать. Получается вот такая влажная основа для чизкейка. Вот так, если сжимаем, собирается в комок. И рассыпается. Чизкейки я соберу вот в таких бокалах. На дно каждого кладу основу. Немножко оставила, это потом понадобится для подачи. Теперь все нужно хорошенько утрамбовывать. Плотненько. Основа готова. Теперь эти бокалы с основой поставлю в холодильник. Там хорошенько основа охладится и затвердеет. Пока основа находится в холодильнике, нужно подготовить желатин. В отдельных мисочках в холодной воде развожу желатин. Один пакетик для сырной основы, а другой пакетик для ягодной основы. На каждый пакетик желатина налью 3 или 4 столовые ложки воды. Хорошенько перемешиваю. Желатин поставлю в сторону, пусть набухнет. Пока желатин набухает, готовлю ягодную основу. Я для ягодной основы взяла замороженную чернику. Разморозила при комнатной температуре. Сюда добавлю сахар. Я добавлю коричневый сахар, но можете добавить обычный белый сахар. Количество сахара я добавляю, отталкиваясь от сладости ягод. Ягоды у меня кислые, я добавлю немножко больше сахара. Ягоды отдали совсем мало сока, поэтому добавлю 2 или 3 столовые ложки воды. И добавлю 1 столовую ложку лимонного сока. Лимонный сок сохраняет цвет ягод. Сотейник с ягодами поставлю на плиту на медленный огонь. Ягоды буду держать на медленном огне, пока сахар полностью растворится. Уваривать ничего не надо. Масса закипела, сниму с огня. Теперь ягодную массу нужно пробить блендером до однородного состояния. Вот такая однородная масса получилась. Теперь это ягодное пюре нужно пропустить через сито. Вот этот жмых я убираю. Это нам не нужно. Но я это кладу в чашку, потом залью горячей водой и будет очень вкусный сок. То есть не выбрасываю. Вот такое очень гладкое ягодное пюре получилось. Это пока оставим в сторону. Теперь в тарелочку залью горячую воду. Туда поставлю миску с набухшим желатином. И поставлю в сторону, пусть растопится желатин. Теперь сделаю сырную основу для чизкейка. То есть сырный мусс. Сегодня я буду использовать сыр рикотта. Если у вас есть маскарпоне или филадельфия, будет еще лучше. Но у меня вот такой сыр, буду его использовать. Нам понадобятся сливки жирные, жирностью 33%, сахарная пудра и ванилин. Или ванильный сахар, или ванильный сироп, что у вас есть под рукой. У меня рикотта в большой пачке, я буду использовать половину. Тут 500-граммовая упаковка. Я возьму половину, 250 грамм. Сюда я добавлю 1 столовую ложку сахарной пудры. И
И вот так лопаткой нужно перетереть до кремообразного состояния. Вот такая гладкая сырная масса получается. Это поставлю в сторону и взобьем сливки. В сливки добавлю 1 или 2 столовые ложки сахарной пудры. Это смотря какое у вас предпочтение. Сладкое любите или не очень сладкое. Сюда добавлю ванильный сахар. И сливки нужно взбить до мягких пиков. Сливки я взбила до такого очень мягкого, нежного состояния. Больше не надо. Теперь соединяю сливки с сыром рикотта. Добавлю по чуть-чуть. Сырная масса уже готова. Сырную массу можно оставить или так, или покрасить и добавить немножко от ягодного пюре. Я сюда добавлю 1 или 2 столовые ложки ягодного пюре. Покрашу немножко. Цвет будет красивый. Когда в крем добавите ягодное пюре, пюре должно быть уже остывшее. И теперь сюда добавлю остывший желатин. И хорошенько перемешиваю. Пока мы все подготовили, хрустящая основа для чизкейка уже готова. Хорошо затвердела и охладилась. Теперь это нужно залить сверху кремом. И сырной основой. Это нужно сделать очень быстро, пока желатин не схватился. У меня немножко мусса осталось. Хватило на 5-й бокал. Это чисто просто мусс. Когда мы заливаем мусс, нужно бокалы потрясти, чтобы там не осталось воздуха. Видите? Бокалы уберем обратно в холодильник. Оставим там 1 или 2 часа, пока мусс схватится. Прошло уже больше часа, мусс в холодильнике хорошо схватился. Пора готовить ягодную основу. В пюре добавлю растопленный желатин. Хорошенько перемешиваем. Видно, что мусс хорошо затвердел. Теперь залью ягодную основу. И нужно равномерно распределять по поверхности. Теперь опять нужно слегка потрясти. И поставлю обратно в холодильник на час или два, а вообще можно оставить на всю ночь. Холодный десерт чизкейк уже готов. Осталось только украсить перед подачей. Я вот оставила немножко основы, сверху украшу основой слегка. Сверху посыплю кокосовой стружкой. И украшу замороженными ягодами. У меня, к сожалению, свежей нету. Пусть будет замороженная. Вот так очень легко и просто я украсила свой десерт. На мой взгляд, получилось очень красиво и очень вкусно. Один бокал мы уже попробовали. Вот так очень красиво смотрится сбоку. Основа – сырный мусс и ягодный мусс. Очень красиво смотрится. Очень красиво, нежно. Вот такой очень красивый и по-настоящему летний десерт получился. Десерт на самом деле очень вкусный, легкий, с легкой кислинкой, ароматный, не сладкий. Это просто блаженство. Обязательно попробуйте. Таким был мой сегодняшний рецепт. Надеюсь, он вам понравился. Если понравился, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, обязательно нажав на колокольчик, чтобы получить уведомления о моих новых видео. А на сегодня у меня все. Увидимся в новых видео.